Пенсионерка Лариса Донцова живет в частном секторе на окраине Ленинска. Раньше за продуктами и лекарствами ей приходилось ездить самой. В шаговой доступности есть лишь один маленький магазин с небогатым ассортиментом, а центральный аптечный пункт и вовсе за 3-9 земель. Теперь пожилую женщину выручает мобильная бригада социальной службы. Знаете, какая благодать. Она привезла мне не выходить, никуда не ходить, ни за хлеб, ничего. Она все нам понакопит, привезет. И мы, как говорится, 2 недели не заглядываем. Лекарства особенно. Здорово даже, конечно, это хорошо. В Ленинском районе в организации мобильной доставки решили сделать акцент на обслуживание земляков старше 65 лет. Заявки принимает Центр соцзащиты населения или сами работники выездных бригад. Вот это взять, и вот здесь я написала. Лекарства, капсулы. Я заказывала в центральной аптеке. А там уж у тебя где получится. Ну ты тогда позвонишь, Оксана, как будешь приезжать. С самого начала пандемии мобильные социальные бригады помогали пожилым людям. Возили их в районные больницы и поликлиники. А сейчас выполняют еще и дополнительную функцию. Доставляют продукты и медицинские препараты жителям удаленных территорий Волгограда и области. Жители звонят, и буквально вот 20 минут назад уже поступил сигнал о том, что необходимы продукты питания и лекарственные средства гражданам Ленинска. Вот, поэтому необходимость в этой услуге есть, она нужна. В рамках регионального проекта «Старшее поколение. Нацпроекта. Демография» областные власти обеспечили все районы новыми удобными автомобилями класса «Универсал». Такие машины теперь есть в каждом государственном социальном центре. Каждый день ездим, ну, бывает один выезд, бывает два выезда, бывает и три выезда. Получатели нам звонят на телефон или соцзащита нам дает информацию, адрес. Мы выезжаем, едем к человеку, они готовят списочек, что им надо, там и по медикаментам, и по продуктам. И едем, уже тогда закупаемся. Все чеки привозим, все отчитываемся полностью перед получателями. Заказать бесплатную доставку в отдаленные поселки могут люди преклонного возраста, инвалиды, семьи с детьми и другие категории жителей, которые нуждаются в особой заботе. Есть совершенно одинокие люди, которым даже и принести некому. Люди молодцы, добродушные, им очень нравится наша услуга. Но мобильная бригада не только доставляет еду и медикаменты, соцработники тесно сотрудничают с больницами. При поступлении вызова медицинская организация может сделать заявку на машину, и спецавтомобиль вместе с мобильной бригадой доставит врача к пациенту на дом. Звоните еще. Ага. Будет нужда. Как нужно будет. Какие продукты в основном заказываете? Что? Ну, хлеб это в первую очередь. И что-нибудь к чаю. Помимо мобильных бригад, доставкой продуктов продолжают заниматься социальные работники. Для получения подробной информации можно обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства. Ксения Бедросьян, Ирина Марченко, Екатерина Донцова, Максим Мещеряков. Волгоградская правда, специально для канала «Волгоград-1».